что ж, дамы и господа, всем привет, с вами, как обычно, Дмитрий, мы продолжаем проходить сердца утюгов, вот, ванильку. И по итогам выборов новой партии выиграла Албания, да. И при этом, как условились, будем гонять на историческом фокусе и с дядькой Зогу, то есть мы никаких фашистов и прочих чудиков не будем приглашать. Будем пытаться как-то тут выжить. В том-то и дело, что выжить. Потому что, посмотрел опыт некоторых других игроков, зарубежных в большинстве своем, на историческом фокусе очень тяжко даже хотя бы продержаться именно. В чем отличие от неисторического? На неисторическом фокусе есть время. Намного больше времени. Дядька Муссолини может оккупировать Албанию немножко потом. Может там ерундой всякой страдать. Двигатели реактивные качать. Но Албания может заняться позже. Вот в чем вся разница. Поэтому тут веселых показов мира, скорее всего, мы не увидим. Увидим только экшон. Вот. Хлеба и зрелищ, как говорится, да? Вот такие вот дела. Так. Кубок гореть не будет, по той причине, что я недостаточно, наверное, все-таки опытен в игре за миноров. Это, наверное, мой вообще первый опыт за таких вот карликов в таких жестких условиях достаточно, поэтому будем играть как можем, пытаться. Вот так вот. Ну что, с чего начать? Начнем с развития промышленности, получим бонус к исследованиям, а тут начнем прокачивать две вещи: артиллерию. И вот эти станки базовые. Фабрики будут у нас строить две вещи. Это морские укрепления. Где у нас Тирана? В какой позиции? В этой, да? А порт в какой? В этой. Да, морская база 4 уровня здесь, а тут у нас столица. То есть в этих двух местах надо построить укрепления береговые и простые. Береговое укрепление здесь максимально. Это в первую очередь самое. Так, а во вторую очередь морское укрепление здесь. В максимум. И простое укрепление здесь тоже в максимум. Это вот. Нам все построить надо обязательно. Так, по людям мы немножко потом разберемся. Закупку, как только разблокируем первую фабрику, организуем закупку стали. И пока будем сидеть, лутировать. Как говорится, ждать прокачек и прочего. Ну и смотреть, как у нас дядька Муссолини гасит эфиопов. Это ведь интересно, согласитесь. Честно говоря, в русском ютюбе по ключевым словам Албания и Hearts of Iron находились только старые игры серии, не четверка. Поэтому особого представления о том, как мои, так скажем, конкуренты это бы прошли, я не имею. Вот. Такие дела. Но посмотрим. Также, что можно сказать, я же ведь еще на стриме говорил, когда партию убирали, что обкатывал на неисторическом фокусе Албанию. Там было время бахнуть верфь, там было время построить корабль, и там было время пойти в высадку, пока вся итальянская армия занималась вообще черти чем на севере. Так что все в наших руках было там, а здесь все в руках Италии. Так, Албания получит фабрику. Все, перепутал про руки там, когда говорил. Окей. Okay. Фабрики главное сейчас строить. До ячейки на исследование надо будет докачать это все дело. Ну и надо будет еще один завод военный шарахнуть после этого. Надо будет производство налаживать. Всяких интересных вещей. Импортировать сталь. Импортируем сталь после того, как вкачаем вот этот фокус. Так, ну эфиопы. Эфиопы у нас сливают, я пока статус записи проверю, запись идет, все хорошо. А то
черный экран иногда записывается, это неприятно. О, все уже. Эфиопию замочили так быстро. Хорошо. Хорошо. Этот эпизод будет скорее вводным. Вряд ли тут будет дофига так экшона, который все так любят. Но, я думаю, все равно будет интересно. Как минимум. Так. Фабрику мы сделали, значит, можно закупить сталь. Да. Базовые станки, буксируем артиллерия. Тут мы пойдем в стройки. А здесь мы идем в ПВО. Так, изменения в правительстве. Что тут можно в первую очередь сделать-то? Политсоветники. Давай, наверное, промышленность подтянем еще скорее. Время исследования в промышленности будет уменьшено, и это нам поможет. Можно, в принципе, уже сейчас армию создавать нашу непобедимую. Монженераля посадили, и все, сиди аутивый. О, гражданочка в Испании что-то быстро как-то началась. Не знаю, хорошо это или плохо. Дядька Муссолини там триумф в Африке бахает. В принципе, удачи ему. Пожелаем. Так, больше движух никаких интересных тут нет, поэтому можно посмотреть, пока как дядька Франко гасит всю и вся на своем пути. Потому что сомневаюсь, что он проиграет. Развитие строительства вкачали, теперь пойдем... Инфраструктуру надо вкачать, потом опять строительство. Давай сначала завод бахнем один. Надо ПВО будет ставить, строить. Строительство качнули. И потом пойдем в рассредоточенную промышленность. Идут к Мадриду. Самый бесполезный ивент в мире. Как обычно. У нас пока вообще все спокойненько. Всего 5% напряженности. Надо бы еще экономику сменить. Когда пятнашку набьем хотя бы. Пятнашку напряженности, разумеется. Потому что сейчас у нас бяки, у нас гражданская экономика. Обычно проигрывают. Эти веселые чудики, развитие вооружения мы качнули. И теперь пойдем дальше на фабрики и ячейки для исследований. Так. Вроде как нам тут военный завод дали. Производство. А, доп. Снащение производится? Да, это надо. Это нам надо. Максимум орудия. По дефолту там, потому что все бахать. Это пока. На это можно забить. Можно пойти качать оружие. Можно, но не нужно. Можно немножко с этим подождать. Набьем 150, и можно будет конструктора пехотного снаряжения найти. А здесь что мы исследуем? Давай мы увеличим время исследования в электронике машиностроений. Там совсем мало времени дается, так что нормально. Стройки идут потихонечку, да полигонечку. Изменение правительства. Вот как раз мы... Компания стрелковое оружие, как это мило. Вот его мы и вкачаем. Надо будет еще людей поднять. Наше море.
было ваше, стало наше. В Японии пока ерунда, напряг упал аж до 4%, и это не совсем круто. Бои за Валенсию ведутся. Барселону возьмут и, скорее всего, профукают всю войну коммунисты испанские. А мы идем качать строительство дальше. Оснащение винтовки, в принципе, на неплохом уровне. Тектонику машиностроения вкачали, будем качать теперь оружие. 125 дней всего. Будем его исследовать. Так, винтовки я пока сниму, поставлю ПВО. Потому что винтовки все равно заменять придется сейчас. 2000 на складе есть. Я думаю, пока подождем немножко. И качать будем строительство 2, разумеется. Пришел 37-й год. Это значит, репрессики кое-где начались. Да. Вот так вот. Получается. Ну, фашисты что-то быстро как-то побеждают. В Испании. Обещали долгую гражданскую войну, а в итоге что-то как-то она не очень долгая выходит. Так, тут мы вкачали все строительства. Давай я перейду на опыт армии. Вкачаю вот эти два фокуса. Так, а еще, кстати, подожди. А тут нет фортификации? Национальный дух сдерживания, да? Кстати, это батареи береговых. Опа! Нам надо будет в это пойти. Сейчас. Мы вкачали в максимум фабрики. То, что нам нужно. Вкачаем сейчас опыт армии. Надо будет пойти в политику. Вкачать сдерживание. Вот такие делишки. Да, там насквозь строительство береговых укреплений и прочего хорошие бонусы дают. И это, как ни странно, круто. Так. На Барселону идут фашисты. Что у дядьки Муссолини в голове? Он промышленностью занимается. Молодец. Так, стоп-то у нас тут. Сейчас будет... инновация какая-нибудь, да? Так, политсоветник. Либо население военнообязанное поставить, либо поставить какие-то бонусы. Давай, наверное, население сделаю. Граничный призыв. 16 тысяч человек. И набор двух батальонов. Ресурсы на максимуме поставим вот здесь. Вот такие дела. Но напряженка меня пугает, она очень маленькая. Дон Бенито пока ерундой страдает, как мы уже посмотрели. Так что вся основная движуха пока у фашистской Испании. Так, по производству, что там не производится? Буксируемая. А, без шаблона. Ну, шаблон мы сделаем, мы сейчас вкачаем два фокуса на опыт. После этого этим займемся. Как там Салазар? Он вооружениями занимается. Так, мы вкачали первую часть опыта, Гинденбург раздербанен. А мы идем качать вот это. Вкачаем десятку. Надо будет, наверное, еще один завод военный построить, а потом пойти в политику и все такое.
Времени у нас до 38-го года, по-моему, да? Достаточно много, поэтому я думаю, все эти фокусы мы вкачать успеем. Так. Огневая поддержка нужна, конечно же. Как же без нее? Так, ну и людишки у нас потихонечку обучаются, да? Людей пока будет вообще ноль доступных. Но я думаю, что мы справимся. Амелия пропала. Какая потеря для авиации. Так, что у нас тут? Людей не хватает, типа. Ну да. Главное сейчас вот эту дивизию обучить, а там дальше разберемся. Строительство 2. Качнули, что там у нас еще можно исследовать. Промышленность сосредоточена. Обязательно. Это все качать надо просто обязательно. Репрессики. И мы вкачали десятку опыта. Так, развитие доктрины это потом. Сейчас мы пойдем. Можно доп. Ячейку для исследований взять, прокачать. Можно вкачать развитие вот этого вот всего. Так, подожди-ка минутку. Так, ну завод по любасу нужен. Хотя бы один. Сейчас на производство. А ну-ка, подожди. Сейчас я шаблон сделаю. Дополню. Поддержка ПВО. Нам надо артиллерию еще производить, поставить, чтобы потом во время войны уже ширину фронта немножко добавить. Пока так. Придется сооружаться. Детские ресурсы немножко добавить пришлось, да? Техника 97%. Ну, вроде бы этого всего должно быть достаточно. Сколько там? Двадцатка ПВО тут и двадцатка ПВО тут. Насколько их? 60 надо? Серьезно? Ну ладно. Окей. Ну, доп. Снащение вроде бы складывается в запас. Поэтому сейчас винтовки надо вернуть. Надо еще артиллерию производить же. Начать хотя бы довоенную. Тут вот. Ибо без нее будет тяжеловато немного. Так, стой. Фокс-то что не выбрал? Фокс надо выбрать. Но тут сложный выбор. Если мы выберем ставку на нейтралитет, максимум пожёсткости преступления в альянс. А, даже так. Даже так. Ну нафиг. Я, наверное, пока забью на это. Добровольцы, политвласть... Добровольцы на стороне экспедиции. Нет. Нет, 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 нет. Это нам пока не надо. Да. Давай мы вкачаем тогда исследование. Или же все-таки вооружение. Ладно, давай, наверное, одно вооружение, потом вот эти вот два фокуса, а потом вооружение 3. Так. Я сделаю вот так. Так, сейчас мне надо еще кое-что проверить. Компьютер жалуется, что места на диске нет. Сейчас. Восемь гигов еще имеется, так что норм. Этот эпизод запишем. Там потом надо будет мне место почистить. Да, единички власти. Набили. Можно поставить теоретика. Можно поставить кого-то в командование. Можно поставить политсоветника. Экономику менять пока не выйдет. Давай, наверное, оборонщика поставлю сразу. Сейчас мы будем по работе обороняться. Скорее всего, нам придется вступить в союзники. Помочь Ле Франсу
совсем. Фашисты побеждают уже коммунистов в Испании. Практически полностью вооружение вкачано, и мы идем качать ячейки веселые. Так, а тут... А, вот, нормально уже СПО говорит мне. Как... Что мне набор говорит? Достаточно людей. Сколько людей надо? 9500, надо 300 человек буквально тут. Ну и тут надо тоже 1003. Мало! Так, надо будет скопить 150 власти, значит, на время войны. Ну-ка, расширенный призыв. Он обязан слить 5% в состоянии войны, коэффициент отношений боеспособности. 50% или более постоянно с нашей армией. Ну да, надо вот это нам сделать. Будет. То есть 150 ПП надо сейчас складывать в резерв на Италию. Мы быстренько дообучаем там 300 человек. Для одного батальона, для другого там тоже человек 3000, да? Хоть совсем немного это обучение будет происходить, и мы потом со всем этим разберемся. А пока для шаблона подкачаем артиллерию. Будет еще не, этих людей заменить. И нам нужен вольфрам. Для этого всего. Закупим вольфрам. Одну единичку. Давай у Лафранса. Коли мы с ним торговые партнеры. Отправляем. Оружие огневой поддержки вкачали. Так, 38-й год. Там можно будет вот это вот все бахать. Автотранспорт тоже важен, но пока вкачаю сапера. Тоже нужны эти ребята нам. Инцидент на мосту Марко Поло. Сомнительно это все. Мы пока инфраструктур качаем. Дядька Муссолини уже бычит на Югославию. Молодец какой. Дядька Франко уже сейчас Барселону захватит и победит. Да, они в кольце. Чуть-чуть буквально додавить их осталось. Все. Барселону захватывает, и это конец. Стойко обороняются. Там, наверное, дивизии 10 или 15 стоит. Возможно, поэтому такой долгий бой. Японское усиление вдоль китайской границы. Италия претендует на югославские территории, а мы развили инфраструктуру еще чуть-чуть и вкачаем ячейку дополнительно для исследований. Так или иначе, она нам пригодится. На шансе напала Япония и на Китай, и еще, может, сейчас на кого-то. Сейчас нам как раз можно было бы экономику улучшить. Образован объединенный китайский фронт, но надо бы скопить ПП на людей. Франкистская Испания забирает 7 регионов. Потому что у нас набор стоит. Можно обе эти дивизии сейчас разместить, но они будут неэффективны. Так, там 300 человек буквально обучить надо. Одному нашему отряду одной дивизии. Там можно будет потом разобраться с этим всем. Рассредоточена промышленность вкачана. Так, что мы можем вкачать еще? Станки. Станки вкачаем. Там дружочек качает усовершенствованную армию. Потом будет ультиматум. Ничего себе дорожка тут. Ну, японцы дают жару. Фух. Так, 16 января. Между тем. Интересно, что в следующем возьмет как раз Муссолини. Правительство пока не буду изменять. Нам надо будет добавить 150 ПП. В уме их поддержать. Еще экономику можно будет взять уже военную, когда война начнется. Частичная мобилизация. Ну, частичная мобилизация на автоматом случится. То есть мы можем сразу же потом перейти на военную экономику сквозь строительство. Сквозь конверсии. Тут у нас все то же самое, да?
фабрики, производящей товары народного потребления. Ага, ну вот. Это мы тогда в уме должны поддержать ПП некоторое количество. Так, шлюз Австрии. Что ж, поздравляю. Мы вкачали дополнительную чеку для исследования. Муссолини пока думает, что вкачивать. Так, а мы идем по фокусам дальше. Подумать. А, последний завод мы хотели вкачать. А тут что мы возьмем? До этого пока далеко. Это пока нам не надо. Бронетехника. Можно попробовать пойти в бронетехнику, а можно улучшить пехотную снарягу, что я, наверное, и сделаю сперва. Так, ну а Муссолини пока думает насчет своих укреплений. Значит, время у нас еще пока подкачаться есть. Тут бахаем укрепление веселое. Так, потребительские товары. Стройки от импорта. Да, нам надо экономику будет бахать. Улучшать ее. Как только на нас нападут. Саперная рота. Это пока ждем. Бронетехника. Можно улучшить немножко артиллерию. Как вариант. После укреплений, по идее, он должен как раз пойти в оккупацию Албании. Индийский национальный конгресс, на него вообще всем плевать в Албании. Нам надо думать. Можно пойти. Уже пехота, поддержка артиллерии. Бонусы. Мы уже качаем, потому что это всю вещь. А нам это особо не нужно. Можно ПП нарастить. Да, вот ПП надо нарастить сейчас. Это 100 путняк. Свободные заводы. Нам надо... Еще один завод на доп. Оснащение поставить, чтобы накапливалось. Вот, и нормально пока. Доп. Ячейка для исследования. То есть Муссолини пока ерундой страдает. А нас ему пофиг. Мы еще немножко время исследования тут сделаем получше. Надо будет еще вот у связи как-то вкачать. Тоже пользу принесет это все дело. Ну, пока пойдем в развитие политики. Японскую дорожку нейтрализовали. Не дали им по-хитрому действовать, да? Югославы что-то тут стоят. Что-то страшное творится, да? У нас ежемесячно по 32 человека добавляется призывников. Куда они, интересно, добавляются? Сюда, походу. Во второй отряд. Улучшаю огневую поддержку. 300 ПП буду держать в уме насчет призыва и экономики. И дальше будем смотреть, наверное, военных каких-нибудь советников, командиров и прочее. Развитие политики вкачали. Получили еще 120 ПП дополнительных. Дух свободы что там даст? Я не мне не торговые сделки. Так, либо же что-то отсюда начать прокачивать. Извините, знаю. Уменьшенный штраф войска специально назначим бонус к исследованию. Ну, все бонус к исследованиям будет. Да? Атомная энергетика точно не сейчас. ВМФ и авиация, наверное, тоже не сейчас. То есть, либо сюда идти, вкачать дух свободы. Либо пойти вкачать развитие транспорта, чтобы бонус. Да, нам транспорт вкачаем.
напряженность что-то упала как-то уж сильно. Спецназ качает Муссолини, то есть на Албанию ему пока пофиг. Так, а мы вкачали как раз идеально, чтобы взять кого-то из этих парней. Мы возьмем артиллериста, перегруппировщика и маскировщика. Первый, наверное, будет маскировщик. Вражеская поддержка с воздуха. То бишь, несколько специальное назначение. Идет дальше. У нас там людишки добавляются. По 32 человека ежемесячно. Военная артиллерия прокачана. ПТО нам не нужен пока. Можно попробовать танк первомировой качнуть, конечно. Так, а рута связи у нас... Нужен автотранспорт тоже. Так, мы качаем фокус, поэтому пока, наверное, не пойду туда. Артиллерия. Или все-таки качнуть ПТО хотя бы на будущее. Можно пойти в доктрину сейчас еще что-то, какие-то бонусы. Отсутствие огневой мощи, серьезно. О, скорость создания укрепления, максимальная укрепленность. Масштабное планирование. Укрепление, да? Давай-ка я, наверное, вот это возьму. Так или иначе, бонусы, они пригодятся. Вот эти. Так, спецназ. После этого, наверное, все-таки на Албанию пойдет. Потому что я точно помню, что это 38-й год. Должен быть. Четвертый интернационал. Так, Франция и Великобритания вступают в альянс. Молодцы. Шапочки с цилиндрами. Да? Автотранспорт мы вкачали. Развитие механизации. Развитие доктрины. Развитие бронетехники. Давай вот в механизацию пойдем, может. Мюнхенское соглашение. В 94-м году войны не будет. Что-то я не верю в это. Венгрия денонсирует Трианонский договор. Король? Серьезно? Где король? Хорти на короля не похож. Что-то Муссолини темнит. Крупные корабли развивает. Это совсем не то. Пока. Ко мне он пока не идет. Он даже не вкачал еще дружбу с Болгарией. Как интересно. Ну хотя я, честно говоря, раньше не следил за Италией. И не могу сказать. Но у меня где-то в 38-м году уже были на параде с югославцами итальяшек. Да я по неисторическому фокусу шел. И мне, на меня напали где-то к 40-му или к 41-му. Как-то так. В итоге. О, 36 дней всего. Ну, поперли. Автотранспорт надо исследовать. И артиллерия без шаблона надо будет это исправить. Как только так сразу. Можно было теоретика на опыт армии брать, но он слишком копеечный опыт дает. Очень вряд ли мы десятку на замену артиллерии накопили бы. Развитие механизации. Пойдем в бронетехнику. Это на будущее. Вступление советов. Послужит делу мира. Тут у нас еще немножко подождать, и мы вкачаем еще дядьку советника. Можно бронетранспорт прокачивать. Можно пойти, если бежать вперед, вкачать оружие. Так, а как там по промышленности дела?
Ничего пока. Давай, в оружие схожу. Подкачаю его. Стройки там потихоньку дают нам укрепленность. Механический комп. Механический комп. Введение резервов. Вот еще время исследования. Качаем вычислительную машину. И изменение правительства. Так. Скорость восстановления дивизии — это хорошо. Это очень хорошо. Наверное, мы возьмем ее. Потом возьмем артиллерию. Дружить с Болгарией пошел Муссолини. Значит, в 39-м году начнется. Веселое нечто. Не знаю, мне почему-то казалось, что в 38-м обычно. Может, я просто уже не помню. Так, защита, организация. Прорыв противопехотная. Но это все максимум планирование. О, вся пехота и мотор. Вот это надо бы. Взять бонусы на защиту пехоты. Защита нам бы пригодилась. Сейчас он нас с Болгарией будет дружить. И потом... Потом, наверное, уже все-таки нами займется. Да, что-то долго. Мне казалось, что по историческим фокусам будет быстрее. Да. Я поэтому даже немножко изменил свою стратегию, когда гонял с неисторическим развитие бронетехники. Так я бы, может, пошел бы в военно-морской флот и один корабль бахнул бы. Так, ладно. Хорошо. Энергетика, коллективизм, свобода, либо же снаряжение. Потихонечку пойти качать. Давай, наверное, снаряжение будем в тонусе потихоньку становиться. А, подожди, давай развитие доктрины сперва. Вот, там 5 опыта дадут. Понеслась. Остался Италия, обосновывает цель войны против нас. Германия будет мемель. Нам, по всей видимости, все-таки придется разместить их раньше времени. Раньше срока. Этих зеленых юнцов, которые у нас стоят, ерундой занимаются. Оккупация Албании. 32% напряженка. Бриташка независимость гарантирует. Франция. Так что сейчас начнется. Да, надо будет сейчас тогда разместить сразу. Вот эти две дивизии. Они зелененькие. Их вот сюда. Так, и что мы сделаем? Сейчас они восстановятся максимально. Максимально хорошо, да? Назначу. Нет, назначать пока не буду. Сейчас дождемся. Бойни. Великой. Да. Так-то полосу обороны было бы хорошо тут сделать. А ну-ка давай. Давай, может, наверное, не две дивизии, а три вот так вот поставим. Обороны Тирана. Вот так. Отсюда сюда. Все. Мы готовы. В случае чего к отражению наступления. Так, выполненные запросы по импорту. Ну, вольфрам, в принципе, у нас его достаточно. Ну ладно. Ну что, давай, дружок, пирожок. Понеслась.
доктрину мы вкачали. Сейчас фокус выберем, потом итальянский ультиматум. Так, я хотел пойти дальше снарягу. Следующий, чтобы веселее было с исследованиями. Давай вот это мы качнем. Вот, а итальянский ультиматум. Итальянские дипломаты набрали нам ультиматум с требованием подчиниться оккупации. Оба они будут править король, назначенный в Италии. Должны подчиниться. Для вас игра завершится. Или же так не будет. Поддержим Зогу. Конечно же, мы поддержим нашего доблестного короля. И на этом пока закончим. Сохраняю игрульку. На этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте подписывайтесь. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Я думаю, оно будет интересным. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.